Наши китайские друзья прислали мне на обзор вот такой чехол для охотничьего оружия. У них в магазине он называется Long Rifle и предназначен вроде бы как для длинных винтовок. Но на практике он отлично подходит для гладкоствольного оружия. Длина чехла 48 дюймов, однако у продавца есть еще на 52. Чехол имеет грамотно расположенные ручки, что при переноске обеспечивает нормальное положение ружья без перевешивания куда-либо, в какую-либо сторону. Закрывается чехол на молнию. Моя ушастенькая двустволочка входит в него, еще остается немножко места. Однако, если вы владелец полуавтоматического весла, то тогда стоит, наверное, приобрести чехол на 52 дюйма. Молния раскрывается полностью, и чехол можно развернуть, чтобы использовать как лежанку. Внутри чехла находится довольно плотный и мягкий материал, и на земле, я думаю, можно не замерзнуть. Две собачки молнии соединяются между собой в любом месте, и есть специальные колечки, чтобы закрыть их на замочек. Такие же молнии закрывают боковые карманы. Боковой карман изнутри отделан клеенкой. Это обеспечивает полную сохранность ваших документов, например, от промокания. В районе приклада имеется второй карман. В него тоже можно положить что-то полезное. Материал, из которого выполнена наружная часть чехла, используется также для пошивки рюкзаков, обладает влагоотталкивающими свойствами, не промокает на дожде и отлично отстирывается потом от грязи. Удерживая чехол одной рукой, второй можно без проблем поместить в него ружье и закрыть. В общем, довольно удобная вещь. Ссылочку на продавца я оставлю в описании.